Вам просили передать. Ну, давайте посмотрим, кто и что, что просил вам передать. Посмотрим, кто и что. Ну, смотрите, девочки, по иерофанту. Это явно мужчина. И, скорее всего, это мужчина, который постарше вас. Возможно, знакомый вам мужчина, возможно, ваш муж или тот, с которым вы в паре. Вот. А также может быть ваш начальник или родственник, который постарше. Ну, давайте смотреть. Возможно, еще будут какие-то уточнения, кто. Но, учитывая, что мужчина к вам с радостными новостями, просит вам передать именно радостные новости. Так, смотрим, о чем. О деньгах, девочки, о деньгах. Вам просили передать радостные новости о деньгах. Это либо денежная помощь вам придет, да, которая изменит к лучшему вашу финансовую ситуацию. Я бы даже сказала, в корне изменит вашу финансовую ситуацию. Либо это какой-то вообще новый источник дохода, может быть, новые какие-то партнерские отношения, которые принесут вам прибыль, которая вам, скажем, и не снилась, да? Либо работа, которая будет прям классно оплачиваться. А вот. Но я думаю, что у вас у всех по-разному проиграется. Мужчина, кстати, да. Но карты говорят, что вряд ли он старше вас. Вот. Кроме того, тут еще предложение у кого-то может быть даже из-за границы. А вот. Хотя я понимаю наших непростых реалиях, да, тем не менее. Но опять-таки страны могут быть разные. Вот, но да, у кого-то известие или письмо из-за границы. Кстати, письмо из-за границы, это еще может быть кому-то из вас может прийти неожиданное наследство, правда, не сильно большое. Вот. Но старший аркан колесница говорит об успехе, именно о финансовом успехе. Так что вам просили передать радостные новости о том, что к вам идут через мужчину какие-то очень классные изменения в финансах.